Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики моего канала. Ну что ж, сегодня хотелось бы рассказать вам немножко про второй канал, который я недавно создал. Для чего я его создал и что на нем будет. Ссылку вы можете увидеть на своем экране и, соответственно, если есть желание, подписаться на него. На том канале будут прохождения разнообразных игр, которых я не могу поместить на этот канал в связи с тем, что... Данный канал я собираюсь делать для серьезных игр, для серьезных проектов и делать его качественно и хорошо. На том канале будут прохождения всяких теплых игр, скажем так, то есть совершенно неплохих, вполне заслуживающих внимания, но не столь популярных, не столь раскрученных. Что это значит для вас? То есть это означает, что к выбору игр на основном канале я буду подходить более тщательно и делать их как можно более качественно. А на том канале я буду выкладывать то, что не вошло и не может войти на основной канал. Также там будут подкасты более часто, если будут какие-то новости, будут какие-то разговоры, ответы на ваши вопросы. Все это будет на том канале. Вот. То есть тот канал я делаю его в принципе для того, чтобы какой-то другой спектр своей жизни, своих игр размещать в интернете. Ну что ж, я надеюсь, что все-таки тем, кому нравится мое видео, и те, кто хотят видеть разные ипостаси развития вообще проекта, да, как такового, подпишутся на канал, и вместе мы продолжим. Видео на том канале будут выходить не часто, вот, но я буду стараться делать их тоже интересными. Что ж, подпишитесь на второй канал, если есть желание. Если нет, то я не настаиваю. Вот, в принципе, этот канал делается, он по сути, второй канал делается запасным, и чтобы он не пустовал, там будут пока такие видео. Если будут какие-то изменения, я обязательно сообщу вам. Ну что ж, до встречи на втором канале. Сейчас я там запускаю игру Trine 2. Вот, платформер довольно приятный, довольно теплый и очень даже интересный, сказочный. Вот. Кому интересно, можете посмотреть. Уже сейчас видео заливается, через какое-то время оно там будет. Ну что ж, друзья, спасибо за внимание. С вами был Артем Динамик. Я работаю над качеством, я работаю над улучшением канала. Надеюсь, вы это видите. Всем спасибо за то, что выслушали данное сообщение. И до встречи. Всем пока, друзья.